Ассаламу алейкум. Представьтесь, пожалуйста, кто вы такие вот красивые, такие нарядные? Театр-студия «Падида». «Падида», что в переводе означает? А «Падида» в переводе с таджикского языка – феномен. Вау. Да, это очень многообещающе, и мы действительно, наверное, что-нибудь откроем вас сегодня феноменально. Вы нас удивите? Обязательно. Ну тогда давайте поаплодируем! Действительно феноменально, друзья, правда? Да, Мухаммад, когда вы танцевали, у меня было такое ощущение, что я видел Рудольфа Нуриева. Ой, спасибо. Того легендарного, да. У нас известен ансамбль танцевальный театр «Падида», и он украшает многие наши концерты, которые выступают, они очень такой яркой программой, как сейчас, это синтез и национального танца, как мы видели, и современного. Вот, как сейчас вот. Все, отлично было все. Зажигательно и красиво. Меня первое, что привлекло в вас, это ваши костюмы. Это шикарные костюмы, роскошные, яркие. И шикарно, просто вы молодцы. Суперский коллектив. Мухаммад, прям у вас такая энергетика, вы прям на 100% выложились. Спасибо. Молодцы, девочки. Какой танец. Насколько я знаю, руководитель да. коллектива, он очень... Да, руководитель коллектива Шарафат Рашидова, она народная артистка Таджикистана. За кулисом она сейчас находится. Давайте пригласим ее, мы хотим ее увидеть. Какая величественная женщина. Низкий вам поклон. Мы все четверо говорим вам «Да!», да! Увидимся в следующем туре! Молодцы! Вот это праздник!
Продолжаем поддерживать участников Central Asia's Got Talent.